Мир вам, друзья. Сегодня буду играть на Кире Антимаге. А, очень давно хотел поиграть на этом героя. Ей добавили... Ему. Я просто женская персона, поэтому я так запутался. Ему добавили брони. Патча. А также уменьшили монокост на ультимейт. Что безумно приятно, и то, и другое. А, игра Антин, играю в пати с Алис, Gooden Life. Очень часто в последнее время почему-то стали задавать вопрос, не Аля ли моя девушка? Нет, не Аля моя девушка. Просто регулярно общаемся. Со своей юной леди я жил еще тогда, когда Аля школу не закончила. А, получается, связка Огрмаг Антимаг. Вообще потрясающая связка. Потому что у антимага базовое время атаки 1.4. Или 1.45, я точно не помню. Курица, аккуратно, курица, курица. Ой, поспешил. Людей насмешил. Так, и скелетики, это не то, с чем можно драться на антимаге, совсем не то. Придется увести их под тавр. Скелеты сами видите. Я ПВП скелету проигрываю 100 из 100 случаев. Плюс 5? Плюс 5! Ой, хорошо-то как. Вот крысёныша. Так, а ты Блейдстоун не брала? Нет. Я должен был озвучить, я от скелета убегал очень оживленно. А, сорян, я не видел. Бывает. Новые пачки киберпанки просто отвал пизды. Как и новые DLC. Я наиграл 50 часов за последние 10 дней. Спасибо Купикоду, который позволяет быстро и безопасно пополнить баланс Стима. Притом, самая низкая комиссия на рынке. И тебе обязательно нужно знать про этот сервис, ведь каждую неделю выходят новые хайповые игры, а тут еще International, который принес много нового платного контента в Dota. Лично у меня идет крыша, когда меня просят где-то зарегистрироваться, ввести номер телефона, e-mail и сфоткать ножки. Но Купикод совершенно другое дело. Ввел логин Стимака, на который закидываешь деньги, и все, изи. Ну и процесс регистрации совершенно простой, можно просто залогиниться через ВК или телегу. К тому же, в этом случае сайт выдаст бонус 50 рублей и постоянный кэшбэк. Повторюсь, кэшбэк постоянно. Земляки Николаса Кейджа также могут без проблем пополнять казахские аккаунты. По моему промокоду комиссия снижается на 2%. Промо, правда, не бесконечная, так что лучше поспешить. Тем более, что для пользователей Купикода проходит акция. Прогнозирую исход матча на Инте и получаю подарки. За первое место дается игровое кресло и особый вечный промокод. За второе и третье клавиатуры и двухнедельные промо. За четвертое-десятое наушники и недельные промокоды. Ссылка и промо в описании. Удачных предсказаний. Релакс. Так, что мы имеем? Плюс 5 маны, да? А за медло? За медло тоже не так сильно растет. Ногами, ногами. Не, надо выходить из скелета. Ты видишь? Да ну отстаньте от меня, пожалуйста. Сраные вы скелетики. На фидюньку. Да, общая вина не только твоя. Я совсем херню сделал, когда прыгнул. Но рискинг это что-то неадекватное. Когда речь о том, что у тебя Киря. 6 брони, милишный крип. Давайте я резбенд возьму. Крыса. Реакция моя самая слабая сторона, конечно. Не всегда так было. Поэтому я могу только заранее нажимать.
Я не могу на снаряд пытаться доджить. Окей, давайте заказывай резьбент. На next иду. Давай. О, блять, о чем я и говорил. Сори. Ладно, увожу этих ребят сюда. И пускай дохнут аптавр. Так, сколько у него маны? Да хуя у него маны, кстати. Сейчас загоняем. Хорошо. Привезешь хила, пожалуйста. Ой, слушай, а что делать мне с этой пачкой? Я же этих крипов даже не вытончу. Смотрите, плакать. Смотрите, плакать. Это реально все, что остается. Там еще и лотос. Лотос. Четверная пачка. Стоп, не добил того крипа? Одна секунда была до контрспелла. Неполная. Я был уверен уже, что откатится. Ну, на самом деле, стан Винги я знал прекрасно, что кдэшится гораздо быстрее, даже после нерфа. Две секунды у нас разница. Ничего, я сейчас резнусь, буду мстить. Но с фейзами нормально так он бегает. Что за медло такое короткое? Ботинок отдашь мне, пожалуйста? Что? Ботинок отдашь мне, мой, пожалуйста? Спасибо. А, ты даже так снял. Как думаешь, они забрали руну? Уверен. А, вот в чем отличие этого рейтинга от моих. Тут забирают руну все-таки. Аля впервые в жизни на 5000 среднего сыграла в прошлой игре. Узнала об этом только под конец, она думала, что мы на двух играем. Собственно, как все зрители всегда пишут. Но здесь average в PZE поменьше. Причем, скорее всего, гораздо. Ручек нам идет. Ты тоже его замутила, да? Жаль, конечно, что я ни единого кила не получил. Он для пыжа 2 алташхипа. Вполне себе история. Да отстаньте от меня, господи, какие же вы приставучие гондоны. За мат, извините. К
когда будешь вернется в мид, я ТП-шнусь на топ. До тех пор, конечно, попробую здесь покачаться. Так, это огр или пуш? Это огр. Полетел на топ все-таки. Смотрит руну, руна снизу. Подожду, пока пачку в мою сторону пушнут. До сих пор тут покайфую. Обновишь баф, пожалуйста. Так, и с хендлом. Нет, с перчатками дуэлянта. Сейчас пойду гнобить пацанчика. Так, а мой арт улетела? Мой арт улетела. Даже когда нажмет стики, я ему ману повторно выжгу, мне похуй. Хорошо. Скелетиков побил. Железноминосец. Отлетел бизнес-скрип, конечно, платят за него миллиарды. Так, а мой арт спушил или нет, да? Плохо. Баф по тавру, это всегда так больно. Не-не-не, выходить нужно. Да, ну я только что верно. Бля, я боюсь всего на свете. И вроде магический резист, если на косу среагировать можно. А вроде... Вы мою реакцию знаете, там лучше не рисковать. Тем более, какая тут пачка такая с бизнес-скрипом. Кстати, я даже на экспо не подсосался. Может, он не знает, что я керри антимаг? Он думает, что я там пятерка или хуй знает. Ладно, извините. У нас просто еще до выхода гриппа была ситуация. Команду пора размутить. 10 минут уже прошло. Таким образом могу знать, что у нас там происходит. Интересного. Сорчином, кстати, буду эту игру играть. Вивером Некрофс на темповом антимагии вообще самое то. А темп меня устраивает в полной мере. У меня 80 крипов, у меня 10 участий. Из них 7 ласхитов. Ты с батлом? С батлом, но не придет сюда в ближайшее время. Кстати, надо бы на Некрофса сходить. А, мне показалось, пуш в гейте. Но мне показалось. Вышка поломана. Переезжаю жить сюда. Я остаюсь. Я буду здесь жить.
Подмите, очень интересно выглядят. Окей, погнали в тревела. Такой фармобил чисто. Без ПТшки по мане, конечно, просадка серьезная достаточно. Но мне просадку по мане исправит ранний орчит. Нихрена себе миленько с вашей стороны. Пробить крипов, подстакать их. По-доброму, по-доброму. Хочешь пробовать? Нормально регенится, да? У меня там манрегена под сотку. Ой, какая красотища. И погнали сразу же с этим качаться на боте. Опять же, я похоронил всю команду этим колом, но... Я получил невероятный темп. Точнее, я развил свой без того невероятный темп. Блять, всех крипов, всех! Я уже думал, что стрик не прервется, вы тоже, мне кажется, думали, что этот миличник все. Выживает. Не, на линию выходить пока что не буду. Посмотрим. Что противники будут делать? Видишь, моя прелесть. А это так не сработает. Я думал, ты хочешь красться к виверу. Ну давай похуй красться к виверу. Короче, с Сайленсом... Я, честно говоря, его даже не видела. Сайленсом Гримстрока какая беда. Нужно нажимать Counterspell до нажатия. То есть, когда уже летит этот сраный дух. Там ни хрена не выйдет. Как я бы тупому его пропустил? Не надо крипы убивать его! О, ножичок еще на 10 монеток. Потрясающе. Ну как без скорости атаки играть невыносимо? Я жду тебя, ты даже не представляешь, как я тебя жду. Какой же это кайф. Вообще два разных героя, да? Антимаг вот был Бладластом и антимаг без. Я не знаю, смогу ли я когда-то на антимаге играть без угромага в команде. Допускаю, что нет. Пока фармлю стиканы мне особо не нужны. За месяц переложу, разумеется. Подваливай к нам. Но я опять же, я нажимаю Counterspell, но он уже не жмется. Сука, да я же прыгнул! Я же прыгнул! Нет, 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 я хочу жить! Я хочу жить! Какая вот странная механика у этого грима. Если бы нажал на долю секунды раньше, из этого что-то могло бы быть. Еще тревела можно будет попробовать сыграть. Хотя нет, давайте я спокойнее сыграю. Еще, обратите внимание, будь у меня стики в этой ситуации, я бы вышел.
Orb of Destruction — это именно то, чего я хотел. Аптайм тема невероятно больная. У меня герои просто, ну, не замедляют пока всю ману. Вражина не скинет. Ладно, прыгнул. Заебало ходить. Ну и новый блинк уже откатился. Кайф. Я сейчас прилечу к тебе на баф. Я здесь чисто, чтобы меня бафнули. После этого я сразу ухожу. Как заебали. Какого жука я бил? Я не жука бил. Так, ну баф я получил, в принципе, нормально. Но Гримстрок — это, конечно, что-то совершенно невыносимое. Меня там будет преследовать в течение всей игры. Кстати, тайминг манты устраивает, учитывая, что я с хороженным, с двумя резбендами, с травалами, со стиками грейженами. Творец у меня действительно рабочий. Ну а так, конечно, хочется манту на 20.00 видеть. Взяли даже на пару секунд пораньше. На топе огроменная пачка фарма. Но очень хочется сперва добить мотостоял на боте. Венгу скормили. Спасибо. Сюда фармливаю манту, заказываю себе ее или чё на топ сразу. А чё? Чё ты? Не везёшься. Сюда аж пуш ты пешнулся, пока я думал. Я купил ее. Дважды. Я не знаю, это уже какая ситуация, когда я жму кнопки, они не жмутся. А клите даже замес для этого не нужен, я просто не могу с торговцем совладать. Так, глиммер кейпа есть? Глиммер кейпов в плане весам нет. Идем с угармагом общаться. Я к тебе. Тут косы. Миш. А? Юл, сейвят тут косы или нет? Ну, Виндвейкер, да? Но глиммер кейп. Для Лимбер Кейпа хватает против Некроса. Обычно. Ты барьер даешь? Стеканы засейвили его жизнь. К сожалению. У него еще пятерочка есть. Ладно, пока БКБшка работает, меня здесь нет. После БКБшки вернусь. А вот и после БКБшки наступило. Нихуя ты там. Режешь. Обновишь баф перед тем, кен на топ-топешность, пожалуйста. Спасибо. Так, я практически готов форчит. С форчетом соло-киллы вот на таких героях мутить одно удовольствие. Он с ботинком, но он, к сожалению, с ботинком. Ботинок многое осложняет.
Ты, наверное, сперва Bloodthorn? Магического урона-то много. Не, сперва бабочку. И против двух редкликеров. Несколько раз он туман ушел. Ладно, погнали качаться. Плохо я пришел в файт. Можно было бы все то же самое гораздо лучше сделать. Два тавра, у них только один упал. И тот при минимальном моем участии. Я только подрался за него. Сам я два вышки не пушил. Как будто бы чутка не доигрываю. Так, иллюзии я сюда приведу. Большая вероятность встретить вивера, но он меня сейчас увидел. Походу передумает видеть, да, он знает, что мне орчит. Его в замесе показывал. На, ошибочка. Надо было прыгать на него сразу. А не пытаться надеяться, что он меня не заметил, пялился на крипов. Думаю, что я все-таки к этим крипам был очень близок. Хорошо. Тормозами беду, пацана. И давайте эту нику. Паладин Сворд сначала думал, но потом раздумал. Паладин Сворд во время кача особо не помогает. Точнее, совсем не помогает. Эти 17 урона для такого ДПСа не чувствуется. И после Bloodthorn муншарт возьму. Я вообще изначально пикаю антимага покупать на нем муншарт, потому что я настолько люблю муншарт на антимаге. Стакнешь древних, попробуешь? Игнайтом. А, не успеваешь, да? Если бы сразу побежал, успевала бы. Ты же моя умница. Вырулила. Ну, вырулила. Бафнешь? И пойдем Торментеры с тобой зафармим. Будет тяжко. Но мне кажется, возможно. А куда так спешишь? Или здесь совсем немножко, конечно, делят, но... Копейка рубль бережет. Или как, 100 хп жизнь берегут? Свапать собиралась курва. Без диспелла, без диспелла. Че по левелам противников? Максимально 19. Но я хотел отрыва большего, на самом деле, с моим стартом. Мне, во-первых, линию вылезли. Во-вторых, я в два хороших файта пришел. Но между делом я пришел в парочку плохих. В одном сдох, из другого едва унес ноги. Тут некротет где-то качается. Понять бы где. А, в миде уже. Большой спот этот выформили, причем. Тормозов вообще нету, пацанов. Кстати, проглядел момент, когда они своего торментера убивали. Тут как будто вижен, да?
отменил атаку, чтобы не так очевидно было, кто настоящий. Да упадет когда-нибудь, релакс. Видали? Видали, что у меня тут бегает? Мое это солнце. Моя-то прелесть без тормозов. Короче, если ты можешь не умереть за месяц, то лучше бросай всех, беги, чтобы я мог на баф подлетать, окей? А, ну они все уже пометили мой фарм. То погнали тавр даем, чтобы мой арта не нервничала. Не спустился же в сайленс. Пакость такая. Так, по-хорошему в рашпи смотаться в ближайшее время. Еще сидел все это время в дебильной, блядь, позе. Сейчас все сломается. Закончился Bloodlust. Все, играть невозможно. А я бежал к тебе. Я мчался к тебе. Шар практически готов. Придется отказаться от коррозина. Какой-никакой аптайм. Живингу, помните, как приятно было чистить? Когда есть разница в муспиде. Так, никакого сейва до сих пор у пацана нет. А что там пуш залупается опять? Выгораживаешь пуджа, да? Да нет, пошел он. Ой, ты моя прелесть. Я все это время думаю, блядь, сюда бы Bloodlust, я бы с Вингой так не ошибся. Курьера контролил. Хорошо. Кулдаун крошечный у Мановойда. Давай бегать. Сейчас с тормозами беду у пацана. Но что-то знает. Ты дал нас убить дело святое? Кайф. Обожаю Dota 2 в такие моменты, когда дают поиграть с Мушардом. Замечательно. Жука. Че, рискнешь?
Не, давай не рискуй. Ой-ой-ой-ой, давайте я тоже не буду рисковать. Я живой, мне нормально, все хорошо. Так, сейчас перегинись. Че, сделала бы ты паут, пошли бы сейчас на Торментра. Там база сейчас развалится, конечно, пока я занимаюсь херней своей. Но хочется что-нибудь такое побить со скоростью атаки 800. Тогда очень сильно хочется. Но знаете, что хочу сказать? Антимакс Radiant прям гораздо геймплейнее, гораздо. Че, весельчак такой? Красивый финал, я считаю. Ну и всем огромное спасибо за просмотр. В описании ссылка на твичи. И мир вам!